Давайте еще раз поприветствуем друг друга. Так радостно быть в Доме Божьем. Слава Господу. Пожалуйста, присаживайтесь. Ну все, детки наши пошли. Если там сильно дует сзади, вы можете пересесть вперед, наверное, будет не так сильно дуть. Но хорошо. Я хотел бы затронуть ту тему, которую дал задание вам подумать на прошлой неделе. На прошлой неделе была тема, где мы немного затронули ее, но не стали изучать, потому что она на самом деле очень глубокая тема, очень большая тема. И мы затронули тему, участвует ли Бог в делах на земле. Если участвует, то когда и как. Итак, первая теория в христианском мире или же учение об этом, она сосредоточена в основном в Римлянам 9 глава. Еще раз я прочитаю это место, Римлянам 9 глава. И мы с вами будем читать с 10 стиха. «Так было с Ревекою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, плохого, чтобы изволение, воля Божья в избрании происходило не от дел, но от призывающего, от Бога, сказано было ей, больше будет в порабощении у меньшего, как и написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак нет. Ибо он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающего, не от того, кто старается, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит Фарону, «Для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Итак, кого хочет, Бог милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, за что тогда же еще обвинять или обвиняет? Ибо кто противостанет воле Божьей? А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему ему? Зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество твое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, чтобы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которую он приготовил к славе, над нами, которых он призвал не только из евреев, но и из язычников. Как Иосии говорит, «Не мой народ назову моим народом, и невозлюбленную назову возлюбленную». То есть, одно из христианских учений и теорий есть то, что Бог все так спланировал и все так организовал от самого творения, что он участвует во всем. Весь мир – это шахматная доска, где он двигает фигурами, какие-то пешки падают, порой короли или там князья падают, смещаются президенты, смещаются цари, смещаются государства, идут войны или идет благосостояние в народах и так далее. То есть Бог во всех делах участвует в земле. Это одна из теорий. В христианском мире учение о том, что все спланировано четко, все определено, и Богом все уже записано, что должно быть, что есть, что было. То есть это учение как бы предопределение. То есть Богом все определено, и никуда ничего не сдвинется, поэтому даже сказано, что будет в будущем. Это одна из теорий, которая открывает и говорит о том, что Бог участвует во всех делах на земле, и Он сам все это спланировал и делает. Вторая теория или учение, что Бог землю дал сынам человеческим. Я читал вам уже в прошлый раз 114-й Псалом, где говорится, небо, небо принадлежит Господу, земля
она принадлежит сынам человеческим. То есть Бог отдал землю людям, и что хотите, то творите. У вас есть свободная воля, у вас есть свободное мышление. Что вы хотите, то и вытворяйте. Хотите, видите войны, хотите, убивайте. Я в этом не участвую. Хотите, делайте добро. То есть Бог как бы сделал людей маленькими башками и поместил их на земле делать, что они хотят, своей воле. Поэтому даже пророк Исаия, вернее Иеремия, он много раз говорил в своих пророчествах. Иеремия 14:14 сказал мне Господь, пророки пророчествуют ложное именем моим. Я не посылал их, не давал им повеления, не говорил им. Они возвещают вам видения ложные и гадания пустое. Мечты возвещают своего сердца, что хотят, то и делают. Или в другом месте он говорит также о том, что этот негодный народ, который не хочет слушать слов моих, живет по упорству сердца своего, то есть что хочет, то и делает от своего сердца. И в многих местах других пророки говорили, вы поступаете по желанию своего сердца, и к вам приходит то, что вы делаете из своего сердца. Это второе учение, которое есть в христианском мире, о том, что Бог наблюдает со стороны, а землю Он дал людям во владение, и они творят, что хотят. Давайте разбираться в этом. Я думаю, что вы, кто-то думал об этом, кто-то не думал, кто-то был на прошлом служении, кто-то не был. Мы только задали эти вопросы. А теперь мы пройдем с вами по Библии и разберемся, что же правильно. Бог сотворил землю. Очень красиво сотворил, очень премудро сотворил. Бог сотворил Едем, что означает земля, земля изобилия. В этом Едеме была река, которая текла для орошения, и также был сад, чтобы эта река орошала. И этот сад назывался рай, в переводе удовольствие, место полного наслаждения. Итак, в изобилии полное удовольствие, место, он поселяет туда человека. Он поселяет человека и говорит, ты можешь делать то и то, и вот некоторые вещи ты не делай. Ну, конкретную вещь, он говорит, не иди к дереву познания добра и зла, и так, если ты от него вкусишь, ты умрешь. Ибо в день, в который ты вкусишь, от него смертью умрешь. Он дает повеление человеку, что он может кушать все, он может идти даже к дереву жизни, вкушать дерево жизни и жить вечно. И также не делай вот этого только. В третьей главе Бытия мы видим, человек идет и вкушает. Ну, вкушает женщина, жена, и дает мужу вкусить. Кстати, у меня появился сразу вопрос, который я тоже задам вам. Если вы получите ответ, потом мы разберем с вами в другом месте, в другом служении. Сказано, жена увидела, жена взяла, жена ела, и с ней ничего не произошло. То есть мы не видим, что там что-то не было суда, не было смерти, Бог не пришел. То есть у нее глаза не открылись, ничего. Она дала мужу. И когда он съел, тогда у нее глаза открылись. А что, если бы он не съел? Она дала ему. И что он должен был делать? Вот мой вопрос к вам. Что должен был сделать Адам, когда жена взяла и съела с того дерева плод, с которого нельзя было есть этот плод. Что должен был сделать Адам с женою? Убить ее? Первый вопрос, ответ. Второй, развести с ней, отпустить ее, иди, мне такая не нужна, пусть Бог сотворит другую мне, более покладистую, послушную. Второй ответ. Или привести ее к Богу на суд, чтобы Бог ее судил. Хорошо, подумайте, поразмышляйте. У меня появился на самом деле вопрос, что если бы Адам не взял плод, который она ему дала, что он должен был сделать с ней? Хорошо, это мы порассуждаем в другой раз. На самом деле, что должен был делать Адам? Итак, мы видим, что Адам взял и ел, и тогда глаза открылись. Мы видим, что они, заметьте, они не умерли сразу. Я не вижу, что Бог вмешался и не говорил, не ешь, помрешь. Бог вообще был в стороне где-то. Бог ничего не делал, когда они ели запретный плод, муж и жена. Его не было. Он пришел после, когда у них глаза открылись,
и смерть потом была высвобождена в этот мир. Хорошо, мы идем дальше с вами по Библии. Смерть пришла в этот мир, они потеряли рай, они были изгнаны из этого места, чтобы не пошли кушать из дерева жизни, не жить вечно в грехе, поэтому они потеряли это место. Куда делся рай? Понятно, за ним не смотрели, потому что Адам должен был за ним ухаживать, а если ты не ухаживаешь за своим садом или огородом, что с ним будет? Его не будет в будущем. То есть будет все в кустарниках, он погибнет. Отсюда мы видим, что рая не стало на земле, потому что за ним никто не ухаживал, они были изгнаны из рая. Все этого сада не стало. Итак, на землю была высвобождена смерть. Люди, мы видим, с поколениями живут, начинают убивать друг друга. Первое убийство, брата убивает брата. Потом третье, десятое, там города отстраиваются. То есть на протяжении около 2000 лет, когда люди живут почти по 900 лет жизни, мы видим, что мир капитально меняется весь. Он настолько извращается весь, люди ходят по желанию своего сердца, люди творят то, что они хотят, Бога как будто вообще нету, Бог где-то вообще в стороне. Они доходят до того, что Бог смотрит и говорит: «Все, я раскаиваюсь вообще в своем творении». Кто-нибудь из вас что-то делал, и потом думаешь: ну надо же, какая ерунда это. То есть ты, допустим, дома готовила борщ, а он тебе не вышел, ты путый. Но я думаю, ты так не поступаете с борщом, можно все-таки поправить борщ. Но ты, допустим, как мужчина что-то ремонтировал и по пальцу себе ударил, потом как со злости дал, да чтобы это... Ругаться не надо, конечно, когда приходит раздражение или боль. Но смотрите, что происходит с Богом, когда Он видит весь этот мир, к чему Он приходит на протяжении почти 2000 лет первых жизней людей на земле. Мы с вами это видим, Бытие 6 глава. 6 глава, 5 стих. «И увидел Господь, что велико развращение человека на земле, что все мысли людей, все помышления, сердца их были зло во всякое время». И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем, и сказал Господь: «Истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Ной же обрел благодать перед глазами Бога. Вот жизнь Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил перед Богом. Итак, Бог видит, что весь мир первый, он поступает по желанию своего сердца, желание сердца, зло в любое время. То есть там идет насилие, там идет убийство, там проливается кровь. Я не знаю вообще, чем первый мир так занимался, что Бог говорит: я вообще скорблю о том, что я создал. Я бы хотел это все полностью уничтожить. Но он находит человека Ноя. Он видит, что есть Ной, который ходит перед Богом. Ной был праведный в своей жизни перед Богом. Это означает, Ной, сказано, был проповедником правды. Он говорил о правильных путях. Он говорил, что нужно избирать добро, а не зло. Нужно правильно жить. Нужно приносить Богу жертвы, а не каким-то идолам, каким-то бесам, каким-то другим богам. Бог увидел его, увидел, что он и его семья достойны только спасения. Итак, весь мир Бог просто топит, уничтожает. С одной стороны, мы видим, что Бог как бы в стороне, Он позволил Адаму съесть, Он позволил Адаму принести через этот грех первый смерть в этот мир. Он не участвует вообще в том, что люди творят первые века здесь на земле, где находится на самом деле полный маразм такой, то есть полное нечестие, развращение на этой земле, что Бог хочет уничтожить вообще то, что Он создал. Как будто Он в стороне. Потом все-таки он берет Ноя, и через него начинается опять новая жизнь на земле после потопа. Не проходит два поколения после Ноя, как уже люди опять уходят от Бога, они приходят к идолам. Они говорят: мы построим себе город, мы сделаем себе башню, мы поднимем свое имя выше небес, мы очень большим числом, и мы все живем вместе. И мы видим, что уже в четвертом поколении смешиваются языки. Смешиваются языки, и люди расходятся во все народы. То есть Бог вмешивается все-таки,
в то, что они делают, хотя позволяет им делать то, что они хотят. Люди, что хотят строить башню, они строят. И Бог сам говорит, то, что они решили, то, что они задумали, никто не сможет помешать им. И Богу приходится сделать разные народы из разных языков. Вот откуда произошли английский, русский, армянский, славянский и тому подобные языки. И они должны были уже по своим семействам, потому что семья, видно, получила свой язык или какой-то род, разместиться по земле и разойтись. Итак, в четвертом поколении после уже потопа люди рассеиваются по земле своими группами, со своими языками земными. Чему дальше приходит? Люди начинают жить на земле так же, как они жили раньше, поклоняться разным богам. Кто-то отстраивает города, кто-то боится уже людей, потому что они нападают друг на друга, убивают, берут в рабство. Поэтому они уходят в какие-то джунгли, какие-то пустыни, в какие-то леса и прячутся, и делаются дикими, примитивными по нашему образу мышления, какими-то дикарями. А другие строят свои цивилизации, огромные города, воюют с другими городами, захватывают, процветают или рушатся и так далее. Бог все это как бы со стороны видит и как бы ничего не предпринимает. Потом видит человека, который зачаровался в богах, что боги не помогают ему, он молится, жена никак не может забеременеть, уже почти полжизни прошло, его имя Абрам, он говорит, хорошо, я поговорю с Абрамом, и он говорит, Абрам, я дам тебе целый народ через тебя, я дам тебе землю, целое владение, целое царство будет у тебя в будущем через твоих потомков. И он доверяет Богу этому слову и идет из Ура Халдейского, идет в Ханаан. Приходит туда, я не буду всю эту историю рассказывать, от Авраама рождается Исаак, от Исаака рождается Яков, от Якова, которого Бог меняет имя на Израиль, рождается 12 сыновей, которые делаются патриархами, родоначальниками целого народа израильского. Был голод, они попали в Египет, и так они в Египте уже 300 лет, и как бы все нормально, потому что был до них еще Иосиф, который был премьер-министром, и поэтому все им нормально живется, хорошее место, место процветания, место изобилия. То есть они размножились очень сильно за 300 лет, но последние 100 лет происходят какие-то другие вещи. Приходит фараон, сказано, он не был из той старой династии, который знал Иосифа и знал то, что Иосиф спас Египет от голода. Поэтому он говорит... Первое, я вижу, что у нас есть люди не нашей расы, то есть не нашего рода. И говорят на другом языке, у них чуть другая культура, какой-то свой бог, хотя у нас много в Египте богов. Что будет первое, если они сделают революцию и восстанут против нас? Это нельзя допустить. Что сделают, если будет война, они захотят выйти, отделиться и присоединиться к нашим неприятелям и захватить нашу всю страну Египет? Тоже так нельзя допустить. Что делать с этим народом? Итак, они напуганы, и потом говорят, а что будет, если они вообще выйдут? Кто будет работать у нас? Они так хорошо работают, они строят города, строят пирамиды. Поэтому у этого фараона, который был из другой династии, который ничего не знал об Иосифе, и то, что Иосиф сделал и помог Египту, у них приходит такая дьявольская мысль. Что мы сделаем? Мы начнем сокращать их население. Первое, что мы сделаем, давайте дадим им работы. Дадим социальную подушку, чтобы они получали бесплатно рыбу, там, лук, чеснок, чтобы у них была социальная подушка для семьи, но не будем давать больше денег, конечно, ни в каком случае не дадим такие орудия труда, которым они могут восстать, тем более у них не должно быть никакого оружия. Сделаем законы, что оружие не должно быть в стране, только у нашего войска. Дальше дадим им социальную подушку для работ, то есть такое обеспечение для семьи, и все, денег платить не будем, только чтобы им просто жилось. Но они еще сильнее размножались, и тогда они говорят, давайте сократим население, сделаем побольше абортов или побольше сделаем того, чтобы мальчики не рождались. И так все равно мальчики рождались. Этот закон не был так сильно долго, он только был некоторое время. Этот закон был только когда родился, можно сказать, и Аарон, и потом Моисей, который уже был закон у более строгий, чтобы их кидать в реку Нил, чтобы крокодилы съедали. Итак, в это время, когда были эти строгие законы, появился Моисей. Дальше мы с вами видим, проходит какое-то время, и вот что Бог говорит Моисею. Моисей подрос, и потом он там в пустыне видит куст горящий, и Бог обращается к нему и говорит такие слова. Исход 3 глава, 7 стих. Мы это прочитаем с вами.
То есть Бог как бы позволяет делать им все, что, что они хотят. Бог позволяет народам во всем мире творить то, что они хотят. И Он как бы даже не вмешивается. Поэтому народы убивают друг друга, народы смещают, народы путешествуют по земле, народы потихоньку землю населяют. Но вот мы сейчас видим, что Бог начинает как бы обращать внимание на тот народ, которому Он хочет создать, на Израиль, то есть дети Израиля, которые произошли от Авраама, от Исаака, от Якова. Итак, мы видим исход, и с вами смотрим 3 главу, 7 стих. «И сказал Господь Моисею, я увидел страдания народа моего в Египте». Слушайте теперь внимательно. «Я услышал вопль. Я услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его, я иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли этой в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хетеев, амореев, ферезеев, евеев и евусеев». И вот уже вопль, крик, стоны, мольба, плач, молитвы сынов Израилевых дошли до меня. Я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону и выведи из Египта народ мой, сынов Израиля. Здесь мы начинаем видеть, что Бог начинает конкретно говорить, я готов вмешаться. Хотя я со стороны наблюдал и позволял быть тому, что есть, и происходить тому, что происходит, но сейчас я хочу вмешаться. Почему? По какой причине? Я слышу вопль. Я услышал, что ко мне вопиют. То есть, если не было вопля, если не было крика к Богу о помощи, живите дальше в Египте. Пусть дальше вас притесняют, пусть дальше вас грабят, пусть дальше убивают ваших детей, пусть дальше у вас будет все плохо. То есть здесь мы начинаем с вами видеть, что Бог позволяет людям делать то, что они хотят, и добро, и зло, или вообще жить, как они хотят, живут. Но в один момент Он говорит, я иду помочь из-за того, что я услышал, что люди ко мне вопиют. Я слышу, что люди ко мне обращаются о помощи, поэтому я иду. Такой вопрос. А если он не слышал бы, что они вопиют, пошел ли он бы их избавлять? Или позволил дальше быть тому, что есть? Рабство, насилие, война. Я слышу вопль, поэтому я иду. Хорошо. Бог приходит через Моисея, Моисей выводит их из рабства египетского через чудеса, через то, что Бог делает суды над Египтом, над всеми этими 10 богами, идолами, которые были в Египте, и своими чудесами выводит Израиль, сынов Израиля, то есть израильтян, выводит из Египта. Они приходят в пустыню, но проблема в том, что Египет не вышел из них, поэтому они все вспоминают социальную подушку, они вспоминают помощь государственную. Нам там было так хорошо, нам давали бесплатно и рыбу, и лук, и чеснок. А тут мы должны ходить эту манну собирать по утрам, мы должны этих перепелок, там перышки выдергивать, еще поджаривать, чтобы эти косточки обглодать. То есть мы сейчас в пустыне, а там у нас дома были. Тут мы живем в палатках и путешествуем под зноем. Хотя Бог просто движется с ними. Они видят столб огненный ночью, они видят облако, которое покрывает их и ведет их. Но им это мало, им нужна социальная подушка. Им опять мысли о Египте. И Бог говорит, хорошо, вы тогда здесь и помрете все поколение, пока не вырастет новое поколение. И так вырастает новое поколение, которое не было в Египте, только те, которые 20 лет и ниже, они были в Египте, но вырождается в пустыне много детей, они вырастают, они только видят чудеса Божьи, они видят обеспечение Божье, то, что идет хлеб с неба, то есть манна падает по утрам, они видят, что перепелки прилетают, они их там и зажаривают, они воюют постоянно, они люди пустыни закаленные, жесткие, сильные, и Бог говорит, теперь идите и завоюйте Ханаан. Они входят в Ханаан, побеждают эти 10 народов в Ханаанской земле и объявляют царство Израиля, где теперешний Израиль. И Бог говорит, эта земля навечно вам дана по обещанию Аврааму. Итак, Бог помогает им сражаться, они завоевывают,
куча со всех сторон народов, они нападают, эти народы, потом Израиль их постоянно бьет, потом Израиль отходит от Бога, приходит к Богу, то есть вопиет, не вопиет, такая вот у них жизнь. Проходит еще несколько столетий, и они приходят и говорят: все, нам надоело, нам нужен царь. Первое царство откроем. Нам нужен царь, 8 глава, 1 царя, 1 царство. Или в английском 1 книга Самуила. Они говорят: нам нужен царь, как у других народов. 1 царство, 8 глава. Слышите, что Бог говорит Самуилу, пророку, который в то время был судьей. То есть в то время были судьи, и он судил, когда были какие-то проблемы у Израиля. Итак, 1 царство, 8 глава, 6 стиха. Не понравилось слово это Самуилу, когда они сказали: дай нам царя, как у других народов, чтобы царь нас судил, царь вел войны наши. И молился Самуил Господу, и сказал Господь Самуилу: послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе. Ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними, чтобы я не был царем. Как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта до этого дня, оставляли меня и служили иным богам. Так поступают они и с тобою, Самуил. Итак, послушай голоса их, только предоставь им и объяви права, законы царя, который будет царствовать над ними. То есть Бог не говорит, никакого вам царя не дам, я ваш царь. Хотите царя, получите царя. Он говорит: ну это грех. Дальше, когда Самуил молится, в другом месте сказано, он говорит: я хочу помолиться и покажу, что вы сделали, какой великий грех. Если вы на самом деле попросили царя, и это великий грех, сейчас будет гром прямо и дождь, и ливень, когда идет жатва. Он помолился, дождь, ливень, жатва, была вся уничтожена. И народ израильский тогда осознавал, какой сделали они великий грех, но Бог позволил. Хотите царя? Делайте, вы меня отвергаете. Самуил, они не тебя, а меня отвергли. Хотите царя? Получите царя. И так приходят цари. Одни хорошие, другие плохие. Одни служат Богу, другие не служат Богу. В конце концов, они вообще отходят от Бога и попадают в плен. Все, Израиль уничтожен полностью. Больше Израиль как государство не поднималось, оно попадает под языческий плен и постоянно находится под оккупацией или под какой-то империей. Вначале Вавилонская империя, они попадают туда, персы отпускают их, но все равно контролируют, они находятся под их контролем. Потом приходит Александр Македонский, приходит греко-македонское царство, империя, они под ними. Там вообще было очень жестко, потому что греки принесли свою культуру, свой язык, свою религию и запрещали иметь свою религию и свой язык, и свою культуру. Они хотели поменять весь мир и сделать греческую цивилизацию во всем мире. Итак, они под сильной оккупацией греков, потом римляне приходят, римляне свергают греков, и так они делаются уже под римлянами. И в конце концов они просто стонут и говорят: где же наш царь с неба? Где же Бог, который обещал быть царем? И вот мы видим, что пророчество заканчивается где-то 200 лет, около 300, вообще нет почти пророчества, просто Ветхий Завет как бы закончился. Полное молчание. Что происходит с Израилем, когда идет оккупация, и оккупация римлянами? Они вопиют, они видят, что они не могут идти против цивилизации. Маленький народ против целой империи. Они не могут, они вопиют. И в это время, к концу веков, приходит он, который должен был прийти. Итак, откроем Евреям 9 глава. Мне понравилось это место, где Господь сказал, что века закончились. Вот почему наступает новая эра, старая эра закончилась. Все веки до нашей эры прошли, теперь наступает новый век. Итак, Евреям послание, 9 глава, 26 стих. Здесь вначале говорится, что надоло ему многократно. Там не будем читать, прочитаем середину стиха нижнюю. Он, то есть Иисус, же однажды к концу веков, то есть когда века закончились, это старая эра, к концу веков он явился для уничтожения греха через свою жертву. Как человеком положен однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы поднять грехи многих, во второй раз придет не для очищения греха, а для тех, кто ожидает его в спасении.
Итак, века заканчиваются, он приходит. Он приходит, обещанно, но они его не узнают. Они думают, что он придет как царь, он войдет в Иерусалим, он совершит великие чудеса, изгонит римлян, и Израиль будет во главе всего мира. И Израиль будет теперь контролировать всем миром. Но так не совершается, его предают и убивают. Итак, убит их учитель, убит их пророк, на самом деле убит Мессия. Как Бог это позволил? Но что интересно, это то, что здесь как раз записывается, что когда века подошли к концу, для того, чтобы началась новая эра, для того, чтобы началось новое что-то, где Бог не просто со стороны будет наблюдать, а где Бог будет участвовать в чем-то, наступает новая эра через Иисуса, через Его Сына, через Мессию. Он приходит не как царь, Он приходит как избавитель от власти греха. Он приходит как избавитель от того, что сделал Адам, и все последствия всех поколений, все-все грехи мира, которые были. Он отвечает за все это сваливается на Него. Вот почему Он, когда молится, мы чуть затронули это, прошлое воскресенье, когда Он молится, Он говорит: «Я знаю, Отец, Тебе все возможно. Я знаю, что Ты можешь пронести эту чашу гнева, суда, наказания за грех людей. Ты можешь пронести мимо Меня. Меня это не коснется. Какой-то другой будет план, какое-то другое будет избавление». Но в конечном итоге Он говорит: «Но чего не я хочу? Я, может быть, этого не хочу. Я не хочу крест, я не хочу страданий, я не хочу позора, я не хочу быть отлученным, я не хочу иметь с тобой разлуку, и я не хочу сойти в царство смерти, там, где находятся души умерших грешников, и быть скованным этим духом смерти, там, в его царстве, я не хочу». И в конечном итоге говорит: «Не моя воля». То есть он мог сказать то, что я хочу вот так поступить. Он мог избрать свои пути, он мог избрать свое мышление, он мог избрать то, что он желал. Он мог даже послушаться какой-то, может быть, атаке или мыслям страха, но говорит: «Не того, что я хочу, но то, что ты, Бог, хочешь, да будет твоя воля». Отсюда он идет на смерть, отсюда он попадает в царство смерти, отсюда он находится там, в цепях ада, и оттуда он восстает из мертвых и побеждает смерть, самого страшного противника. Самый последний враг, который будет уничтожен, это не сатана, даже который будет скован на тысячу лет в будущем. Самый последний враг, который будет уничтожен, это дух смерти. Это смерть, это разлука с Богом. Потому что Бог есть жизнь, в нем нет смерти. Отсюда будет победа полная, когда будет полное воскресение из мертвых, и когда смерть отойдет и будет сама брошена в озеро огненное. Это в будущем. Хорошо. Отсюда мы с вами видим, что когда он восстает, наступает новая эра, и он говорит своим ученикам, Матфея 24 глава, он говорит им такие слова: «И проповедано будет...» Матфея 24, 14. «И проповедано будет это Евангелие», то есть хорошая новость, сильное свидетельство, «и будет проповедано это Евангелие, хорошая новость Царства Божьего по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». До этого он перечисляет и говорит: «Да, будут войны, будут гонения на земле, на верующих, да, будет много разных ложных учений, по местам будут идти какие-то землетрясения, наводнения, цунами, ураганы будут подниматься, народ на народ пойдет, брат на брата пойдет и так далее. Это еще не конец, он говорит. Отсюда будет очень много болезней, эпидемий на земле, всяких вирусов, придуманных, не знаю, или каких-то там. Будет ужасное время на земле». Он это говорит, то, что будет происходить, говорит: «Это не конец». Дальше мы идем, если в будущее, что будет происходить? Будет война, которая уничтожит 1/3 населения, когда поднимется армия в 200 миллионов человек, и будет уничтожена 1/3 живущих на земле. Это еще тоже не конец. Потом, говорит, появится человек, который скажет: «Мир и безопасность», и он будет объявлен Господом, Богом, Мессией,
Но у многих евреев откроются глаза, они поймут, что это Антихрист, а не Христос. Они будут гонимы им, они будут прятаться в разных пещерах, в разной пустыне бежать. И они будут вопиять, где же ты, истинно наш Мессия. И тогда придет последняя битва, последняя война, когда Он, Иисус, явится с небес со святыми и уничтожит все царство тьмы, и сбросит их власть и кинет их в озеро Огненное. И Он придет, как Царь царей, Господь господствующих, и установит тысячелетнее царство здесь на земле, где не будет больше ни войны, ни скорби, ни оружия никакого. И тогда стоит вопрос: Бог, ты это все наблюдаешь или ты все это прописал? Давайте мы сейчас все это суммируем, чтобы прийти к выводу. И появляется тогда третье учение. И третье учение или теория в христианском мире – это то, что Бог позволил людям делать то, что они хотят, добро или зло, выбирай сам. Хочешь – воюй, хочешь – люби, хочешь – ненавидь, хочешь – дружи, хочешь – строй, хочешь – разрушай. Что хочешь, то и делай. Ты за это будешь отвечать. Ты это делаешь – ты за это отвечаешь. Ведет ли Бог войны здесь на земле? Нет. Бог начал эту войну в Украине? Нет. Бог начал конфликт в Карабахе? Нет. Бог, Он не участвует в этом. Он дал людям свободу воли, что хотите, творите. И люди творят, творят безумие. Бог поднял Гитлера. Нет. Империя приходит, империя уходит. Злые люди поднимаются, злые люди падают. И мне нравится, как однажды, которые евреи перед газовой камерой в Освенцине, они думали, все, что происходит, почему с нашим народом происходит, почему Бог что нарушил завет с нами, почему такие вещи. И потом один из них, там, который раньше был раввином, раби, поднимается учитель и говорит: Гитлер умрет, любой диктатор умрет. Война закончится. Любая война заканчивается. А мы останемся. Пусть даже остаток, но мы останемся. И вот они есть, Израиль есть. И была группка, теперь целая страна. Выжил остаток после Холокоста, а теперь целая страна Израиль. Империи приходят, империи уходят. Политики приходят, политики уходят. Диктаторы приходят, диктаторы уходят. Войны приходят, войны уходят. Но это не Бог делает. Он дал людям свободу выбора. Свободу, что хотите, делайте. И люди творят то, что они творят. Но когда Бог делает? Когда Он находит кого-то, кто начинает к Нему взывать? Хорошо. Я не подготовил это место, но давайте все-таки прочитаю его. Псалом 106. Псалом 106. Маша, найди 106 псалом. И мы прочитаем с 4 стиха. «Они блуждали в пустыне по безлюдному пути, и не находили населенного города, терпели голод, жажду, душа их истаивала в них». Но, 6 стих, «воззвали Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствия их, и повел их прямым путем, чтобы они шли к населенному городу, да славят Господа за милость Его, за чудные дела Его для сынов человеческих, ибо Он насыщает душу жаждущую и душу алчущую, исполняет благами». 10 стих, «они сидели во тьме, в тени смертной, окованные скорбью и железом, ибо не покорялись словам Божьим и не брегли о воле Всевышнего. Он смирил сердце их работами, они притнулись, и не было помогающего. Но, 13 стих, «воззвали Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствия, вывел их из тьмы, из тени смертной, расторгнул узы их, да славит Господа за милость Его, за чудные дела Его для сынов человеческих, ибо Он сокрушил врата медные и вереи железные сломил». Безрассудные страдали за беззаконные пути свои, и за неправды свои от всякой пищи отвращалась душа их, и они приезжались к вратам смерти. 19 стих. «Но воззвали Господу
в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, послал Слово Свое, исцелил их, избавил их от могил их. Да славит Господа за милость Его, за чудные дела Его для сынов человеческих, да прославит, так далее. И еще 28 стих. И воззвали Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствий их. Он превращает бурю в тишину, волны умолкают и веселятся, что они утихли, и Он проводит их к желаемой пристани. Да славит Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих, да превозносит Его в собрании народном и да славит Его в сонме старейшин. Аллилуйя! Когда Бог вмешивается в историю человека, когда Он видит, что люди начинают взывать к Нему, когда не позволяет Ему прийти. То есть, если бы Бог не нашел бы и не увидел, что есть праведный Ной, который проповедовал о законах Божьих, который приносил жертвы Богу, а не каким-то идолам, то тогда вся земля бы была бы уничтожена, и нужно было бы новое творение творить. А вот вообще Бог бы все свернул бы. Я не знаю, но... Если бы он не нашел, что Авраам разочаровался в богах Ура Халдейского, что ни луна, ни солнце не помогает ему, и он стал искать Бога, потому что в это время еще жил Сиф. Это сын Ноя. Ной уже не жил в то время, но Сиф, его сын старший. Сим, не, не Сиф, а Сим. Сим, Хам и Афет. Сим еще жил при Ное. Он мог пойти и сказать... Расскажи мне, как был потоп, расскажи, из-за чего был потоп, расскажи, какую вы жертву принесли Богу после потопа. Авраам мог встретиться с Симом, сыном Ноя, потому что люди в то время жили долгое время еще, потом стала сокращаться жизнь. Если вы посмотрите родословие, вы видите, Авраам еще жил при жизни Сима, сына Ноя. Отсюда у него могло прийти Бог, где же ты, поиск Бога. Молитва, жажда. И Бог пришел и сказал, выйди из Ура Халдейского, выйди от твоих родных, выйди из своей земли, пойди в землю, которую я тебе говорю, от тебя произведут целый народ, и благословлю благословляющих, и прокляну проклинающих. Если бы Израиль не вопиял в Египте, может быть, они там все бы и погибли, но они вопияли в своих трудах, потому что они, сказано, ушли к своим богам каким-то египетским, но потом они стали приходить к Богу. Я вообще заметил, когда людям делается тяжело, когда какие-то попадают они в тиски, то тогда это даже позволяет им как бы отрезвиться, опомниться и сказать, Бог, где же ты на самом деле? Бог, прости, что я так осуетился, прости, что я впал в эти грехи, прости, что, Господь, мои мысли стали далеко от тебя. И отсюда, может быть, приходить даже из этих трудностей пробуждения и вопль Богу. Это мы видим по всей Библии, истории. И тогда Бог приходит. Когда Бог примешивается... Ход истории, когда Бог приходит на помощь, когда люди к Нему обращаются. До тех пор, пока люди не обращаются, они как башки здесь, на этой земле, что хотят, то и творят. Строят свои города, империи, войны ведут. Но когда человек, независимо в какого народа, независимо в каком месте, он начинает вопиять Богу, Бог приходит к нему. Но они воззвали Господу, и Он услышал их. И они воззвали к Богу, и Он избавил их. Они воззвали к Богу, и Он показал правильный путь им. Они воззвали к Богу, и Он пришел и исцелил их. Что нужно, чтобы Бог вмешался в твою ситуацию? Человек, воззови к Нему, и ты будешь спасен. Ибо всякий, призывающий имя Господа, будет спасен. Ибо всякий, призывающий имя Господа, будет исцелен. Ибо всякий, призывающий имя Господа, будет свободен. Ибо всякий, призывающий имя Господа, обновится в своем мышлении и не будет дурным, но будет трезвый в своем разуме. Всякий, призывающий имя Господа, спасется. Что нужно делать, когда тяжело взывать, а когда легко продолжать взывать? И не переставать взывать к Нему.
когда мы перестаем обращаться к Нему, когда перестаем взывать к Нему, мы начинаем тогда обращаться или к себе самому, или к кому-то, полагаться на себя или на кого-то. Но когда мы продолжаем взывать и ходить с Ним, то тогда Он вмешивается во всю историю нашей жизни и направляет нас на правильный путь. Аминь. Итак, третье учение, которое есть, что Бог, сотворивший землю, и на этой земле поместивший свое творение, свой образ, свое подобие человека, Он дал ему волю, что хочешь, ты и делай, ты мое подобие. Ты носишь мой образ, ты показываешь меня, Творца, и ты имеешь подобие меня, делай, что ты хочешь. Как мы пели, делай, что ты хочешь, Бог во мне. Так ты, человек, делай, что ты хочешь, Бог говорит. Избирай добро или зло, ходи правильно или неправильно, это твой выбор. Но за все ты будешь отвечать сам. И за хорошие, и за плохие дела все будет идти за тобою. Но ты можешь свою жизнь соединить со мною, если призовешь меня. Если пригласишь меня в свою жизнь, пригласишь меня в свою семью, пригласишь меня в свой труд, в свою историю, судьбу, я тогда начну свою волю тебе открывать, как я хочу, чтобы было. Да будет не моя, а твоя воля. Я могу сказать, не твоя, а моя воля будет. Но я говорю, не того, что я хочу, а то, что ты хочешь, да будет. Поднимитесь, прославление. Итак, третье учение или теория, вмешивается ли Бог в историю земли? Он дал людям эту землю во владение. Люди здесь как боги, что хотят, то и делают. Но Он говорит, если ты хочешь, чтобы было все хорошо, позови меня хорошего, а он хороший, он благой Бог, он не злой. И я помогу тебе. Я устрою и жизнь, я устрою и здоровье твое, если оно начнет где-то барахлить, я поправлю его. Я устрою твоих детей, если ты их научишь взывать ко мне. Всякий, кто призовет меня, я буду с ними. Когда вы отвернетесь от меня, вы будете без меня. Когда вы повернетесь ко мне, я буду с вами. Все очень просто. Бог дал людям делать то, что они хотят. Но Он участвует в делах земли, когда люди Его приглашают. Если люди Его не приглашают, посмотрите, цивилизации приходят, цивилизации уходят. Народы есть, потом их нет. Города строятся, потом разрушены. Но если люди приглашают, взывают, Бог обещал и говорил, я верный, я приду и посещу. Вы блуждали, я вас направлю. Вы болели, я исцелю. Вы ниществовали, я вас подниму. То, что Бог обещает, Он это делает. Почему же Он, можно сказать, так сразу не наведет порядок на этой земле? Почему негодных людей он не сместит? Почему злых правителей, царей, президентов он не скинет их с престола? Потому что он дал землю во владение людям. Вы делайте, что хотите. Я дал вам эту землю. Я дал вам в правление. Но я могу вам правильно помочь править. Я могу помочь вам правильно жить, если меня позовете. Но если меня не зовете, сами творите. И сами будете отвечать за свое действие, правильно или неправильно. Но у нас другое предназначение. Мы в новой эре. Мы в новом концу веков. Бог решил, можно сказать так, прийти на землю, чтобы поменять весь ход истории. Потому что до Иисуса Христа
все как бы продолжалось циклом. Все то же самое. Один царь хороший, царь плохой. Одна империя хорошая, другая плохая. Все менялось так. Но когда пришел Иисус к концу веков, Он пришел разобраться со всем злом, со всем грехом. Он пришел разобраться со всяким бунтом, гордыней. И Он это все совершил. И сказал, я это исполнил. Поэтому я даю свое царство внутрь вас. И теперь мое царство внутри тебя. Какая твоя и моя задача? Какая задача церкви? Нести эту хорошую новость, то Иисус, Он ответил за все мои ошибки. Он вообще ответил за все зло на этой земле. И поверить, что Он пострадал за нас, и что Он восстал из мертвых, победив смерть, что мы были оправданы, и чтобы Его царство, Его жизнь вошла в нас, и мы это распространили до краев земли. Вот почему сказал, идите и проповедуйте Евангелие каждому человеку. Тогда люди начинают призывать Господа. Он приходит и меняется вначале внутри, а в будущем изменится вся земля. Потому что мы все скажем, да придет царствие Твое, и да будет воля Твоя, а не воля политиков, не воля президентов, не воля царей, не воля сатаны, не воля бесов, но Твоя воля да будет на этой земле. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки! Давайте поднимемся. Давайте призывать Его имя и говорить, Господь, Твоя воля в моей жизни, Твое царство на земле. Господь, Твоя слава будет на Твоем народе, на Твоей церкви. Ибо Твое есть царство, и Твоя, Господь, есть сила, и Твоя слава вовеки, навсегда! Она с тобой, она с нами, и она будет на этой земле. Народы придут, народы уйдут. Президенты придут, президенты уйдут. Как евреи говорили, прямо там, в Освенцине, которые даже некоторые шли в газовые камеры. А мы знаем, что Гитлер умрет, война закончится, а наш народ останется. Они верили, и Бог обратит в будущем свой взгляд на Израиль. Когда будет тяжелое время, они начнут вопиять. И Он вспомнит, конечно, Он не забывает, но просто так, как бы для нас более понятно написано, Он вспомнит, что обещал излить на них свой дух, дух благодати, и они увидят того, которого отвергли и пронзили, и возопьют и скажут, Иисус, Мессия, Иешуа, Хамишиах, Ты наш Господь, приди, возлюбленный, приди, приди. Мы верим, Господь, Ты увидел всю историю человечества, которая будет происходить. И даже если Ты, Господь, не писал чью-то жизнь, а люди сами писали свою жизнь, и своих поступках, ты увидел их выборы, ты увидел их поступки, ты предузнал, ты узнал все, что будет происходить на этой земле. И ты не определял кому-то ад, ты не определял кому-то зло, ты не определял прийти на Навуходоносору или Гитлеру. Ты просто увидел, что поднимутся эти люди и будут делать это зло. Ты видел все это. И поэтому ты сказал, я всезнающий, и отсюда я сделаю так, у меня есть план, план свободы, у меня есть план избавления и спасения. Я могу просто даже представить, как Бог в этой большой шахматной доске, Он видит, знаете, хороший шахматист, Он видит не 5 ходов вперед, Он видит 10, а то и больше ходов наперед. Он предвидит, какие будут шаги делать ходы противник. И поэтому у него разуме тот, кто хороший шахматист, он предвидит ходы те. И у него есть свой ход. То же самое Бог. Он видел, как люди будут делать свои ходы и свои желания. Эти ходы пешками, князьями, конями. А у него говорит, а у меня есть мой ход.
каким бы они ходом бы ни делали, я знаю, мой король победит. Я знаю, мой царь победит. Я знаю. Я сдвину пешки. Он предвидел, какие будут ходы на этой земле. Он предвидел, какие будут выборы у людей на этой земле. Отсюда пришло его определение. Он предузнал и предопределил. Он узнал, как люди будут жить. Он не планировал, чтобы люди грешили. Он не планировал, чтобы Адам сделал грех. Он не планировал, чтобы весь мир первый развратился и был, должен был быть уничтожен потопом. Он просто видел, что люди будут делать свои ходы, свои желания, ходить по желанию сердца. Живите, делайте, ходите, окей. Но у меня есть своя пешка. У меня есть свой ход. У меня есть план спасения для каждого поколения. У меня есть спасение для народов. И он сделал это. Он сделал это через Иисуса. Он делает это через тебя и меня. Он делает это сейчас через свою церковь. И так он сказал: идите, Евангелие Царства Божьего будет проповедано до краев земли. И тогда придет конец. Он придет желанный, он придет возлюбленный, он придет, когда невеста возопьет и скажет ему: приди. Приди, приди, Господь. Он придет. Вот почему Библия все описана наперед. Мы читаем Библию не только для истории. Мы читаем Библию не только для наших дней. Мы читаем Библию, что будет происходить в будущем. И это его дух откровения к нам приходит. Это вот пазлы, мозаика собирается, и мы начинаем видеть, вот как будет происходить. Почему? Потому что он предузнал, как люди будут поступать по своей воле, по своему выбору, правильному или неправильному. И в конечном итоге он скажет: время пришло, мое царство приходит, тысячелетнее царство Христа будет на земле. Вот почему мы молимся, вот почему мы славим, вот почему мы несем Евангелие, вот почему мы собираемся здесь, чтобы славить нашего царя и говорить: приди, возлюбленный, приди, наш царь, твоя воля да будет, а не наша, твоя воля, Господь, а не воля, Господь, каких-то правителей, каких-то президентов, мэров, губернаторов, твоя воля да будет, Господь, здесь, в Лос-Анджелесе, здесь, в Калифорнии, здесь, в Америке, и везде, Господь, и в Украине, и в России, и в Армении, и в Азербайджане, и в Киргизии, и Таджикистане, и в Турции, и в Греции. Твоя воля да будет, не воля этих бесов войны, не воля этих коррумпированных, алчных, всяких террористов, во имя Иисуса, да будет свергнуты. Свергнуты эти князья, которые творят зло. Пусть всякие агрессоры будут свергнуты. Пусть всякая война прекратится. Мы взываем Тебе о мире. Мы взываем Тебе о Твоей воле. Твоя воля не есть, чтобы люди гибли. Твоя воля не есть, чтобы люди убивали друг друга. Твоя воля не есть, чтобы брат шел на брата. Твоя воля не есть, чтобы был голод. Твоя воля не есть, чтобы были эпидемии. Твоя воля благая. Твоя воля совершенная, Твоя воля хорошая, нужная, да придет она на эту землю. Приди, возлюбленный, приди, царь неба и земли, приди, наш Создатель, гряди, Господь, в своей славе и силе. Давайте будем молиться о Его воле в нашей жизни. Когда они поют: да будет Твоя воля. Давайте там, где вы стоите, начинайте молиться от своего сердца: Бог, не моя воля, я не хочу заблудиться в своих мыслях. Я не хочу погрязнуть в своих обидах. Я не хочу разочароваться в Тебе. Не хочу разочароваться в церкви. Не хочу разочароваться в брате, в сестре. Я хочу иметь чистые мысли. Всякий, кто призовет имя Господня, тот получит благоразумие, тот получит здравый разум, тот получит исцеление, свободу, спасение. Призови Его имя, призывай Его волю, свою жизнь.
призываем Твое имя. Мы призываем Твое имя. Мы призываем Тебя, Бог. Мы призываем Тебя в наши сердца. Мы призываем Тебя в наши пути. Мы призываем Тебя в наши дела. Мы призываем Тебя в служение. Мы призываем Тебя в нашу жизнь. Мы призываем Тебя в Лос-Анджелес. Мы призываем Тебя в Калифорнию. Мы призываем Тебя в Соединенные Штаты Америки. Мы призываем Тебя на нашу родину, кто где родился. Мы призываем Тебя, Твое имя, приди. Приди, приди со своей волей, со своим избавлением. Приди со своей защитой, приди, приди, сильный и славный. Да будет Твое царство, да будет Твоя явлена сила. Да будет, Господь, проявлена во всех народах Твоя слава. Приди и избавь. Давайте сделаем вот, что помолимся друг за друга. Ну, мужу за жену не надо молиться, вы и так знаете друг друга. Просто подойдите не к родственнику, а к кому-то и начните молиться. Скажите, я молюсь о воле Божьей для твоей жизни. Подойдите к кому-то, друг от друга, скажем, молитесь друг за друга. Молитесь, чтобы воля Божья была исполнена. Молитесь, чтобы исцелиться. Молитесь, чтобы быть свободными. Молитесь, чтобы у вас были здравые мысли. Молитесь друг за друга, сказано. Поэтому... Ну вот еще, Аркадий Львович, подходи к нему. Не стой, не стой. Подойдите. Не останьтесь наедине. Вот там три человека. Подойди, где три человека? Вон там три человека. Рядом возле тебя стоит три человека. Вот, Сергей, вот идет к тебе. Подойдите друг к другу и начните молиться. Молитесь о воле Божьей в вашей жизни. Молитесь друг за друга. Благословляйте друг друга. Призывайте волю Божью друг на друга. Призывайте волю Божью в жизнь, в семью, в здоровье. Призывайте, молитесь, возлагайте руки друг на друга. Молитесь друг за друга, призывая имя Господа. Да будет воля Твоя, да будет слава Твоя, да будет сила Твоя на земле, на этой земле. Мы Твои руки, мы Твои ноги, мы Твой голос на этой земле. Да придет Царство Твое. Господь, пусть происходят Твои чудеса, чудеса избавления. Ибо Ты сказал, Ты обещал и Ты заявил,
то любой человек, который призовет Твое святое имя, Твое великое, могучее имя, тот обретет спасение, тот обретет исцеление, тот обретет свободу, тот обретет здравомыслие. И мы призываем Твое имя! Мы призываем Твое святое имя! Мы призываем Твое мощное, сильное имя! Господь Иисус Христос! Мы призываем Тебя, Мессия! Соверши свои дела! Распространи свое царство в нас и через нас! Исцеление придите! Избавление будь во имя Иисуса! Спасение наполни сердца! Мир и благодать Божья пусть умножится, Господь, в Твоем народе, в Твоей церкви. Твой мир и Твоя благодать да наполняет нашу жизнь во имя Иисуса Христа. Мы будем идти к причастию. Он сказал, делайте это, вспоминая обо мне. Многие церкви делают раз в месяц. Мы тоже раньше делали раз в месяц. Во время пандемии мы стали делать каждый день. Теперь мы делаем раз в неделю. Порой мы делаем дома еще у себя. Порой мы, может, делаем на какой-то группе. Но мы понимаем прекрасно, что нам нельзя забыть Его. А это напоминает нам о Нем. Это напоминает о Его любви к нам, о Его милости, о Его прощении, о Его сострадании и о Его силе искупления, о Его победе. Поэтому, когда мы будем сейчас идти к этому причастию, к хлебу, к чаше, если кому-то нужна еще молитва, братья могут помолиться за вас тут. Брат Бруно встанет, и кто там еще у нас может встать. Мы будем молиться о том, чтобы этот хлеб был благословен, и эта чаша была благословенна для нас. А она благословена, когда мы вспоминаем, размышляем, думаем и говорим, спасибо за Твои страдания за меня. Спасибо за Твою святую кровь, пролитую за меня. Спасибо за Твою любовь ко мне и за Твою победу над смертью. Господь, Ты взял этот хлеб и благословил. Ты дал это ученикам есть и сказал, примите, едите, это есть тело мое, за вас ломимое. Также после вечери Ты взял чашу и благословил и сказал, это есть чаша, новый завет в моей крови. Это творите в мое воспоминание. Мы вспоминаем о Тебе, Господь. И поэтому мы это принимаем. Принимаем это с благодарностью, потому что это и есть чаша, стол благодарения, благословения. Да будет каждый, Господь, испытан в своем сердце. Если кто-то, Господь, согрешил где-то, пусть исповедует свои грехи перед Тобою, и чтобы Твоя кровь очистила от всякого греха, и мир Твой наполнил каждое сердце. Принимайте с верой, принимайте в святости, в чистоте, в смирении и с благодарением. Принимайте это, проходите и принимайте это.